Бронза в Паралимпиаде в Токио и очередная награда. Ульяновец Никита Катуков стал серебряным призером на классическом чемпионате Приволжского федерального округа по легкой атлетике. Соревнования прошли в Чебоксарах. Результат нашего земляка в прыжках в длину 7 метров 25 сантиметров немного меньше, чем год назад в Японии. Сравнивать игры, конечно, с ПФО нельзя, да и вообще там даже чемпионатом России. Игры – это игры, все спортсмены стремятся выступать и завоевывать медали на играх. Вот, поэтому, ну, организация мне очень понравилась на данном ПФО, судьи молодцы. Конкуренция была большая, сильная, приехали хорошие, именитые, сильные спортсмены. Поэтому вплоть до крайней попытки шла борьба. Только в индивидуальных состязаниях у ульяновцев 7 золотых наград. Удачно выступили и многоборцы. Всего же в активе наших земляков 30 наград различного достоинства. Я выступала в дисциплине по длине и в тройном прыжке. Длина получилась лучше, чем я ожидала от себя. Тройной получился менее ожидаемый результат, но тоже порадовал. Главная моя дисциплина – это прыжки в длину. У меня кандидат спорта в прыжках в длину. 200 метров обежал для себя и 400 метров для команды в эстафете. Получилось заработать 2 медали, 2 серебряных, 1 в прыжках в длину и 1 в эстафете 4 по 400. При этом многие ведущие спортсмены области сразу из Чебоксар отправились на следующее соревнование в Москву. В столице же в середине июля пройдут и чемпионаты и первенства страны, куда несколько ульяновских спортсменов завоевали путевки благодаря успешному выступлению в Чебоксарах.